Добрым утром, YouTube! Сегодня суббота, 9.32. 9.35 я должна выметаться из дома. Утро началось с двух таких чашек простой воды. Это вторая. Мои аминокислоты и мой чай. За 3 минуты должна все это выпить и идти на кардио, на мою работу. I'm going! Пока! Жарко! Сегодня обещали 25 градусов. Я приехала без приключений на работу. Время 9.51. На 5 минут остается. У меня еще 4 минуты. Выключаем машину и бежим. Время 10. Еще пока никого нету. Подготавливаю свой инвентарь. Так. Сюда, сюда. Turn on. Отлично. Кстати. Так сегодня выгляжу. Шорты. Оцените работу над моей попой. Thank you.
закончил занятие. Маюсь фигней. Время 10:58. Жду 2 минуты. Убиваю свое время и уезжаю. Смотрите, какая штучка. Сенсорная. Заполним водичку. Пойдем. Вышла, иду домой. То есть к машине. Сейчас поедем. Жарко, лето. Но только, знаете, только один день сегодня 25, потом завтрашнего дня температура резко падает. У нас завтра обещают 17 дождь, понедельник так 12. И так по снижающей будет падать. До 10 дойдет. На следующей неделе дождь, противно будет. Сейчас мы установим. Все ли я взяла с собой? Не хочу ничего там оставлять, ничего не хочу забывать. Мой кошелек тут, мои ключи самое главное, а то уже не уеду. Все, все тут. Как вам, кстати, мои видео? Я не записываю всю свою тренировку, потому что хочу каждый раз что-то новенькое, пока так все запишу, и что мне интересно смотреть будет. А вот каждый раз какая-то новая песенка. Вот эти две девушки, которых вы видели, они работают в этом фитнесе. И так как нам в мою группу никто не пришел, они решили меня выручить и со мной танцевали. Но, честно, они бы меня выручили, если бы они не пришли. Если бы у меня просто так фигня пострадала. Вот, но не главное, у них, знаете, как если даже никто не пришел в свой класс, ты все равно отсидишь свой час, и ты все равно получаешь свои деньги. Очень справедливо. Я считаю, справедливо. Так, ну какие у нас планы на сегодня? Планы на сегодня не... Я все планирую начать такую легкую сушку за 2 недели. Сегодня, скорее всего, мы начнем сегодняшний день что оттягивать. Жарко, есть не так охота. Вот, может быть, мы сегодня пойдем в тренажерный зал. Может быть, вместо завтрашнего дня завтра просто проведем дома, в огороде, в саду. Не знаю, мы подумаем. Ну, я поехала. Я отключу камеру, как только начну вести машину, потому что муж у меня не хочет, чтобы я снимала видео за время, как я вожу. Говорит... Опасно. Но я согласна с ним, опасно. О, ветерок. Я приехала, друзья. Увидимся по приезду. Я только подъехала к дому, и у меня уже мысли, в какой бы ресторан сегодня пойти пообедать. Ну что? Что мне с собой сделать, чтобы я перестроилась на это правильное питание опять? Вот, честно, когда я продолжаю... Вот, должно пройти 21 день. Вот все говорят, то, что привычка – это привычка. Через 21 день все ты привыкла, и тебе как бы у тебя нет такой зависимости. Но я же не могу даже дня удержаться. Вот только я только утром говорила, то, что надо попробовать. Даже вчера еще. Ну что я буду с собой делать? Ну что? Помогите мне! Я вот, честное слово, только что подъехала и думаю, ага, сейчас Дэниел наверняка спит. Нужно принять душ и согласить его куда-нибудь пойти. Ой, ребята! С такими темпами я никогда себе тело не сделаю. Никогда. Но, с другой стороны, никогда не говори никогда. Тоже. Надо вот это все почистить. Прям перед домом. С работы столько. О, мои ключи. О!
дома прохладно. Что же у нас на обед? Это не наше. Это чье-то еще, но не наше. Кстати, вот этот с баром в торговом центре, это наша память, когда я только сюда первый раз приехала. Даниил подарил мне кольцо. Мы пришли в этот ресторан. И потом он это как-то сдал обратно, так как камень был поврежденный. Вот такая вот история. Кашан из протеина. Нам нужен протеин, курочка с макаронами. Чем обычно жена занимается в воскресенье вечером? Готовит всякие вкусняшки, ну как вкусняшки. Короче, готовит еду на неделю. Сготовила куриные маффины из курицы. У меня, кстати, есть рецепт. А, горячо! И тут курица тушеная с кабачками. Вот так вот. Кстати, смотрела фотографии своих, я как бы занималась фигурным катанием, девчонки, да, с которыми я каталась, и что-то мне прям в новостях высветились фотки, видео, как они уже почти все вышли замуж, и я просмотрела их несчастливые свадьбы, их несчастливые фотографии, и вот честно, я так за них рада, и какая-то, не то что ностальгия, а вот эта вот память, когда ты была ребенком, потом когда ты была подростком, да, она всегда с тобой, всегда внутри тебя. И когда ты смотришь на... Когда у тебя своя жизнь вперед продвинулась, и ты уже замужем, у тебя уже семья своя, все свое, и ты смотришь на них, и у них все то же самое, и ты просто как надо же, как жизнь быстро летит, да? Мы только вот катались, только вот... Нам было по 10 лет, как мы выступали, все вместе были в одной команде, и тут хоп, все замужем. У всех уже, наверное, скоро будут дети свои. Интересно. У меня запах прям куриный на кухне. Прям так хочется вот этот вот маффин скушать. Прям вот такое желание у меня. Но вечерком я уже не кушаю. Уже скоро спать. У нас сейчас 8:09. Вот так.